Ребят, всем привет! Мы приехали в Жуков гараж забирать наш вездеход после тюнинга. И сейчас я вам покажу, что здесь в гараже находится. Первый шерп. Ну, этот снежок вам знаком, это снежок, который продавался. Кстати, он продался уже, за него внесли предоплату и скоро его заберут. Кстати, на нашей вторичке вы можете продать любой вездеход, не обязательно это будет шерп. Для этого вам надо будет просто либо снять видео самому, либо пригласить нас на обзор. И далее мы просто договоримся о стоимости этого размещения. Вот еще один вездеход. Прошка стоит. Четвертый вездеход. Считаем, да? Четвертый. Пойдемте, я вам еще покажу один. Вот это пятый вездеход, это вообще новый вездеход стоит. Жуков гараж занимается также и продажей вездеходов. И эту машину вы можете купить без очереди, без ожидания. Прям приехать, заплатить деньги и забрать ее. Она вот вообще нульц стоит, железная версия. Такая же, как у нас. Пятый вездеход. А вот у нас здесь стоит шестой вездеход. Седьмой бесколесый. Ну это, конечно, это же наш вездеход. Ёлки-палки. Посмотрите, какой у нас теперь кунг. Ярко-зеленый. Новый. В чем его прелесть? Он ровный. У него нет скоса назад, то есть спереди и сзади одинаковая высота. Сейчас тут все собирают, мы вам потом подробно покажем. Итак, это восьмая машина. Вот стоит еще один шерп, тоже без колес и разобранный. У него делается вот такая модернизация. Поднимается крыша, стоит уже новый кунг под покраску полностью, вездеход обрезан. Вот такие стоят успокоители, чтобы не блямкал металл. В общем-то, вот так вот. Ну вот интересная машина. Интересная машина, которую вы могли видеть на Бизон Шоу. Так, ну этот, ладно, этот шерп я вам тоже подробно потом покажу. Попозже еще. Это одна из работ Жуков гаража. Интересная. И ей можно будет уделить побольше внимания. Итак, 11-й вездеход. Вот. Стоит, тоже, видать, приехал на глубокий тюнинг. Это у нас 11-й вездеход. И вот это у нас 12-й вездеход, ребят. 12-й. Вот так вот. 12 штук их сейчас здесь находится. И все ждут очереди. Я тоже жду очереди. В туалет, что ли? Ну что ж, ребят, вот мы и забрали наш вездеход. Давайте быстренько пробежимся, пока дождь не пошел, пробежимся по тому, что сделали в компании Жуков гараж. Первое, что бросается в глаза, это симпатичный крюк. Да, у нас теперь стоит лебедка T-Max 4500. Управляется она с радиопульта, либо с ручного пульта. Вот здесь вот так вот установлено. Здесь у нас немножечко лежат всякие штуки. Под полом проложено, то есть не мешается, не выглядывает, нигде не торчит. Также у нас установлена вот такая удобная ручка. Теперь можно, когда залазишь, браться и вот здесь сбоку. То есть новое крепление, она крепится в трех точках. Прошлое у нас скрепилось в двух точках. Давайте залезем вовнутрь. Я вам сейчас еще немножечко покажу одну вещь. Вон Мишка. А это Женя. Женю вы все знаете. Женя — это главный шаман Жуков гараж. Вдохновитель. Это наш Мишка. Так, далее. У нас теперь вот такие, ребят, окна. Вот такие. Вот так вот они выглядят. Вот так поднимаются. Можно опустить, закрыть. То есть это как в стандартном вездеходе. И еще вот так вот открыть. То есть хочешь так, хочешь так. Такое положение чем хорошо, то что в лесу, если тебе надо открыть окно и ехать, то ты можешь его открыть и не будет риска выломать дверку. Как обычно это у меня бывало. Я не раз уже так выламывал, я это дело ценю. Что ж, пойдемте дальше. Ну, здесь тоже второе такое же окно. Замечательное, иначе не назвать. Самое главное новшество. У нас новый кунг.
он у нас получается чуть-чуть выше, чуть-чуть. Он ровный, без скоса. Если у стандартного шерпа идет сверху вниз небольшой скос, перепад где-то сантиметров, ну, 10, наверное, минимум, то здесь это ровный и перед, и зад у кунга ровный. У нас стоит вот такая вот люстра с габаритными огнями, Ридик. Камера заднего вида переставлена теперь наверх, стоит сверху. Давайте зайдем в кунг. Все равно ветер. Что мы видим здесь в кунге? Ну, у нас здесь, скажем так, мы все вытащили из вездехода, прежде чем сюда его привезти. Ребят, это действительно стало гораздо удобнее все. То есть не упираешься ни головой никуда, ничего. То есть кунг стал более просторный, он более теплый, он более толстый. Он мясистый, у него закладные под рейлинги, можно будет делать, на зиму ставить автомобильный багажник для того, чтобы возить там в нем что-то еще. Ну, на водоемы, на рыбалки и прочие вещи. Еще одна из интересных вещей, новых для нас, это люк в кунге. То есть открывается он вот так вот, можно открыть, кстати, что мы посмотрели, можно открыть одну половинку для поддува ветром. Закрываем, открываем отсюда. То есть отсюда у нас поддувает. Можно такие вещи делать. Можно же его просто открыть. И вот таким вот путем он сдвигается. Вот таким образом он сдвигается. И открывает нам вот такой огромный проем. Теперь на охоте по перу можно будет работать еще и по корме здесь. Может стоять человек, два человека по вот этим секторам работать. И один человек может стоять на корме и спокойно работать тоже в эту сторону. Так что теперь у нас 360 обхват, и на три человека можно стоять. Что ж, хочу отметить, что... Вот я уточнил. Хочу отметить, что у нас получилось, что зад теперь выше стал на 16 сантиметров. И передняя часть выше стала на 6 сантиметров. Также, ребят, у нас установлен задний квадрат. Вот здесь, американский квадрат. То есть вот шплинт вытаскиваешь заглушку. И сюда мы можем поставить либо крепление для саней, которые у нас стояли. Оно здесь стационарно стояло. Теперь можно его вставлять, убирать. Либо взять, вытащить из машины стандартный фаркоп. И поставить на шерп и протащить где-то прицеп, где машина уже не может его протащить. Бывают и такие ситуации, что развозит дороги в деревнях так, что даже до места стоянки тяжело добраться. Ребят, помните, у нас была подмятая морда постоянно за счет того, что мы провалились под лед, где-то упирались с него, ударялись. Сейчас эта проблема уйдет за счет того, что у нас наварен сюда, скажем так, бронелист. Вот здесь вот везде наварен бронелист. То есть теперь вот здесь уже так просто его не смять. Наварена 3-миллиметровая сталь 09 G2S. Так что будем испытывать, будем пробовать его. У нас также стоит новое стекло, ребят. Все спрашивали, где вы его разбили, как разбили. Ну, такое бывает, это вездеходы. Стекла — это расходник. Надо тоже бронированную накладку сюда металлическую, 3-миллиметровую, сделать прямо с бойницами, как у инкассаторов. Ну что ж. Я считаю, что у нас произошел офигенный апгрейд за очень короткий срок, за что хочу спасибо сказать Жуков Гараж, Жене, пожать руку. Жень, спасибо, это хорошая работа, действительно, нам все нравится, и сейчас мы поедем в такие задницы, где не то что волки, там уже медведи всех съели. И все это, ребят, испытаем. Я вам, как и обещал, расскажу сейчас немножечко вот про эту машину. Здесь достаточно много элементов со знакомого нам уже Bentley Sherpa. Это вот такие вот блестящие элементы различные. Маленький секрет, хозяева знакомы, поэтому вот так вот происходит все. Значит, давайте вам покажу, что делалось в Жуков гараже. Поднималась кабина. Кабина здесь, наверное, как у Pro, да, поднята так вот. По ощущениям. Вот встроена вот такая вот светодиодная люстра сюда. Здесь у нас стоят ближний свет, рабочий свет, лампы. Здесь стоят противотуманочки. Лебедки здесь нет, но она будет устанавливаться стационарно. Здесь вставлены вот такие квадраты. Хозяин
хочет пользоваться пока лебедками выносными. Окна такие же вот, как у нас, или у нас такие же, как у них. В общем, вот такие вот сдвижные подъемные окна. Так, это все с Bentley Sherpa. Это уже один из таких ярких моментов жизни этого вездехода. Он ездил, проходил курс молодого бойца. Этот вездеход вы, ребята, видели, но он был совершенно другой. Он был в стоковом состоянии. Вы видели его в поездке на Онега, где мы пятью шерпами ездили день и едьте. Вот. Здесь такой же кунг, как у нас. Немножечко есть доработочки, доделочки. Здесь боковой свет установлен. Здесь есть сдвижные окна. Два. Мы себе пока не стали ставить, но я думаю, если мы надумаем, то это возможно, да, Жень? Да, конечно. Ребят, тут еще установлен багажник, тоже производство Жуков гараж. Достаточно, скажу вам, удобно залазить. Люк на вездеходе сейчас находится в доработке, но возможность выходить здесь тоже есть. Видите, вот так вот сетка поднимается, опускается. Извините за звук, но ничего не поделаешь, надвигается какая-то буря ядреная. Так, задний квадрат тоже у нас установил Жуков гараж. В общем, вот так вот выглядит кунг. Здесь будет еще одно сиденье универсальное сделано, которое будет при раскладке ставиться и на боковые. На боковые ниши, как кровати, то есть как у нас стоит. Но его можно же будет вот так вот поставить, для того, чтобы два пассажира смогли головой вперед сесть и смотреть, ну, как по автомобильному ехать. Вездеход вот так вот обшит, установлена музыка достаточно серьезная. Вот. Светодиодные ленты стоят. Шторки на окнах. Ну и давайте сходим. Самое, как я считаю, интересное место — это в кабину. Посмотрим приборную панель у этого вездехода. А выглядит она достаточно необычно. Скажу честно, я тоже такую хочу. Я, как раньше фанатеющий по авиации человек, люблю оверхеды. Вот так вот она выглядит, ребят. Так, так. Вот у нас загорелись габариты. И загорелась вся панель. Вот это будет еще все доработано. Здесь будут надписи. Вот это вот уйдут все вот эти обозначения УНОВ. А здесь будут надписи, что за что отвечает. Потому что я сейчас, честно говоря, путаюсь немножко. Опа. Видите, Женя спасибо мне сказал сейчас. Вот. Ничего, сейчас сетчатки глаз меняют, не переживай. Да. Вот. Да. Вот так включается дальний свет. Дальний свет. Так включается дальний свет, да. Ну тут, короче, много чего еще включается. Тут и вытяжные вентиляторы стоят, и помпа стоит. А боковой свет, то есть на кунге стоит левый, правый, задний свет. Здесь у нас стоит радиостанция профессиональная. А здесь стоит башка Пионер. Ну что тут? Тут, в принципе, вот сейчас чуть-чуть подразобрано все. Все обшито вот таким вот. Вот такой мягкой штукой, прикольной. На нас, говорят, такой уже не хватит. Ну и ладно нам, что. Пусть кого-нибудь другого в красивой упаковке медведь ест, правильно? А нам побрезгует. Не-не-не, ребята Жуков гаража обещали нам такую тоже сделать когда-нибудь. Здесь получилась вот такая вот полочка. Кстати, если натянуть сеточку, получится хороший бардачок. Вот здесь. Потому что за счет того, что крыша поднята, ребят, была. Люк здесь такой же, вот как и на Bentley Sherpa, то, что вы видели. Единственное, закрывалка другая, но тоже прифрезерованная из цельного куска алюминия. Хочу сказать вам еще одну вещь. То, что весь алюминий они на свои люки извели, и в стране больше алюминия нет нафиг. Хотели еще на один шерп купить себе плиту алюминиевую и сделать люк. Фигушки нету, не могут заказать. Вот так вот. Весь алюминий извели на люке. Представляете, сколько стружки с него было? Хо-хо. Ёлки-палки, можно было еще запасное колесо на шерп купить. Так, ну что тут у нас еще? А, вот установлена помпа. Помпа одна стоит? Да, помпа из центрального отсека забирает воду. Угу. Прямо угу. Над сливным отверстием. Угу. Я бы рекомендовал еще вот сюда в угол маленькую помпочку поставить, потому что вот из этого отсека вода никак не забирается.
сейчас под ног. Никак она не соединяется. Здесь идет. Она не забирается, рама. Она сливается руками. Вот, я и говорю, что вот здесь вот еще ставится маленькая помпочка, есть такая пипулька. И когда вот ты черпанул сюда, набрал, ты встал бочком так вот, наклонил вездеход и слил и той, и этой помпой воду. Вентилятор забора мы вам сейчас покажем. Хорошо, блин, вылазить не хочется, надо, сейчас дождик начнется, надо сматываться отсюда. Ну что ж, вот такой красавец получился. Я считаю, что Кунг действительно очень удачный, удачно выглядит. Он и визуально увеличивает вездеход. Ну, не знаю, мне как-то вот симпатявее, что ли, побрутальнее смотрится. Ребят, что еще хотел добавить. На первых моделях существовала проблема. Это вот клацание вот этого вот металла. Когда большой лист, он бум-бум-бум-бум делал. И, ребята, вот листами из хардекса, вам, наверное, сейчас не видно, но вот там видно полоски хардекса наваренные, и этим самым проблема устранена была. Ребят, посмотрите, какие бэдлоки. Из нержавейки, приколите, вот это вот из нержавейки, пол сантиметра, наверное, лист вырезали. Это тоже не ржа полированная. Также, ребята, здесь установлен вытяжной вентилятор вот таким вот образом, который вытягивает горячий воздух из моторного отсека. А вот, зимой прекрасно все, отлично, тепло идет в кабину. Летом тепла слишком много, и для этого ставится вот такой вот вытяжной вентилятор, который включается и работает на вытяжку. Мы такой себе тоже вентилятор ставили, потом вам покажем. Молодцы, вот такое вот решение, оно съемное, то есть если нужен какой-то ремонт, еще что-то, можно туда залезть за вентилятор и что-то изготовить, сделать. Также здесь установлен задний свет. Ну вот мы показывали это на нашей машине. Здесь установлена точно такая же лампа, на ней работают и габариты, и в то же время это задний рабочий свет. Сверху стоит багажник, вот такой стационарно. Я все жду, когда кто-нибудь его вырвет. Кстати, пока еще. Вмятины и сколы краски на кузове — это результат того, что хозяин хотел попробовать, как конструкция багажника держится на машине. Поэтому он полез в самые дебри, пролезал через такие кусты, через ветки. Он в восторге от того, что получилось, и сказал, что багажник не шелохнулся. И конструкция действительно надежная. То есть мы можем просто посмотреть на одну только вмятину, как замят угол у нас, и представить, какое дерево туда прилетело и что у нас, однако, да, встречалось и здесь, и крыша наша, и свет дополнительный у нас все выдержало. Прохождение по лесу, все крепления все усиленные. Я как независимый, я вам скажу так, лес лесу рознь. Пусть нам сделают, и мы оторвем. А может, и не оторвем, я тогда извинюсь. Вот. Ребят, ну что я хочу сказать. Жуков гараж молодцы. Вот. Увидите такую лейбу, доверять можно. Я так считаю. Вот еще вот такие вот ручки сделаны. Тоже ребята Жуков гаража делали. Которые удобно держаться. Не знаю, я сейчас гляну, конечно. Ага. Давайте снимем. Да. Я сейчас гляну, как на этом деле сидеть. Да узнаете, нормально сидеть. Нормально сидеть. Так вот. Закинул невод в синее море и вытащил спиннинг с золотой рыбкой. Мне нравится. А там дальше решать вам. Не нравится такой вариант? Любой другой делайте. Главное, чтобы хотелось и было чем мотивировать ребят Жуков гаража. А там они хоть из конфетку, из чего хочешь сделают. И я скажу вам по секрету, мне кажется, что они готовы делать не только шерпы, но вообще любые вездеходы или какие-то внедорожные транспортные средства. Хотите проверить, если у вас есть такое, звоните в Жуков гараж, телефон и ссылочка на сайт в описании, и поинтересуйтесь, может быть, это будет ваш тюнинг. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось,
ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.